Теперь не знаю, как закончить. Один из нас должен умереть. И она, значит, вас преследует. Полгода, может. А почему так долго тянули? Ей помощь нужна. Ходит за мной на работу и домой, пишет имейлы, вот прям постоянно. Угрозы в них есть? Ну, как-то не особо угрожающие. Ты не просто так держишь ее рядом. И причина в том, что ты с этого имеешь. Какие красивые, крепкие руки, мужественная челюсть. Предлагаю нам убежать. А ты, значит, стендапер? Типа. Не очень идет. Это вопрос? Тебя кто-то ранил. Кто она? Марта, отпусти руку, пожалуйста. Марта, все, отпусти! Даже не смей! Вашему вниманию представляется Донни Дан! Дело серьезное. Ты реально позволишь ей нас рассорить? Открой! Дело вообще не в ней, а в тебе. Я соскучилась. Дамы и господа, это моя сталкерша. Поздоровайтесь. Не смей меня так называть! Я требую извинений немедленно! Вот так позвал маму. Говнарь! Ты ей потакал. Ну, конечно. Тебе это нравится. Марта, хватит уже, иди домой. Такое чувство, будто ты меня в могилу сведешь.